18 марта 2010 года, спустя 10 лет после зверского нападения на Стейси Рид, Пол Уорнер Пауэлл был казнен штатом Вирджиния. Но почему его дело рассматривалось так долго, и почему он был приговорен к электрическому стулу? Все началось с днем 29 января 1999 года. В 1999 году Стейси Рид жила со своей матерью Лоррейн Рид, сестрой Кристи и женихом матери Робертом Калвером в небольшом кирпичном доме в Манасе, штат Вирджиния. Судя по всему, семья была счастливой. И если бы не знакомство с Полом Уорнером Пауэллом, они скорее всего смогли бы отпраздновать предстоящую свадьбу Роберта и Лоррейн как счастливое семейство. Пол Уорнер Пауэлл, который знал семью около 2 лет, был открытым расистом и сторонником превосходства белой расы, не одобрявшим межрасовые отношения. Поэтому, когда он узнал, что Стейси начала встречаться с темнокожим одноклассником Шоном Уилкерсоном, он пришел в ярость. Что способствовало гневу Пауэлла? Старая добрая и рациональная ревность. Пауэлл, которому на момент трагедии было 20 лет, хотел встречаться со Стейси Рид, которой на тот момент было 16. Вместо этого Стейси начала встречаться с темнокожим мужчиной и планировала посетить с ним военный бал. 28 января 1999 года Пауэлл был в доме Ридов. Кристи Рид позвонила своей матери во второй половине дня и сказала, что Пауэлл не уходит и продолжает ходить туда-сюда по коридору, заглядывая в комнаты. Лоррейн сказала Кристи передать парню, чтобы он ушел, и в конце концов он так и сделал. На следующий день Кристи пришла домой после школы и снова застала Пауэлла в своем доме. Она спросила его, где ее сестра, зная, что Стейси должна была прийти раньше. Пауэлл сказал, что Стейси в своей комнате. Кристи пошла в комнату сестры, но там никого не было. Когда она зашла в свою комнату, то обнаружила тело Стейси, лежащее на полу. Пол Уорнер Пауэлл немедленно приказал девушке спуститься в подвал. Кристи выполнила его приказ, так как знала, что Пауэлл обычно вооружен ножом, и она не хотела провоцировать парня дальше. Когда они спустились в подвал, Пауэлл заставил Кристи снять всю одежду и лечь на пол. Затем он изнасиловал ее, после чего оделся и, используя шнурки девушки, связал ее лодыжки и запястья. Но вдруг кто-то постучал в дверь. Пауэлл, вероятно, немного запаниковав, в этот момент вскочил и пошел наверх, оставив Кристи обнаженной и связанной на полу ее собственного подвала. Пока он был наверху, девушка воспользовалась своим шансом. Она смогла освободить свои запястья и проползла по полу, чтобы спрятаться по ступеньками подвала. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы остановить парня, который вернулся после перерыва. Он стянул очки Кристи и душил ее, пока она не потеряла сознание. Затем он ударил девушку ножом и перерезал ей горло, едва не задев сонную артерию, которая могла бы убить ее. Жених Лоррейн, Роберт Калвер, в этот день работал. Он чувствовал себя не очень хорошо, но продолжал работать, вернувшись домой только в полдень, чтобы немного пообедать. Когда он вернулся на работу, его начальник предложил ему пойти домой отдохнуть. Но Роберт не хотел, чтобы Кристи и Стейси подумали, что он не доверяет им оставаться одним на полдня. Поэтому он продолжил работать. Позже он скажет об этом дне. Всегда есть варианты «если, если, если». Что если бы в тот день? Что я мог сделать? В 16:15 Роберт Калвер наконец пришел домой, но это не был спокойный вечер, на который он надеялся. В доме было очень тихо, поэтому мужчина забеспокоился и начал искать девушек по дому. Он включил свет в комнате Кристи и обнаружил окровавленное тело Стейси на полу. И он немедленно побежал в подвал, чтобы позвонить по телефону в 911. Когда он туда добрался, то обнаружил Кристи почти без сознания, истекающую кровью. Ее горло было перерезано довольно сильно, но Кристи смогла прошептать имя Пол Пауэлл. Расследование этого дела было быстрым. Ножевые ранения Кристи и Стейси соответствовали ножу, найденному у Пауэлла. Его ДНК также была обнаружена на месте преступления. При осмотре тела Стейси полиция обнаружила многочисленные синяки на груди, животе, спине, руках, ногах и шее. Ножевое ранение на груди указывало на то, что нож пронзил ее сердце и был выкручен при извлечении.
Пол Уорнер Пауэлл был арестован на следующий день. Нож, которым он убил Стейси, был найден в синей сумке с пятнами крови, совпадающими с ДНК Стейси, и это, несомненно, было орудие убийства. Полицейские допросили Пауэлла, который признался, что поссорился со Стейси из-за ее парня Шона Уилкерсона. Позже выяснилось, что Пауэлл сказал девушке порвать с ее парнем, потому что он был не согласен с межрасовыми отношениями. Во время одного из допросов парень сказал полиции, что Стейси умерла, потому что она была глупой. Он утверждал, что они ссорились и что девушка сопротивлялась ему, прежде чем наткнуться на его нож. Первоначально Пауэлл также отрицал, что изнасиловал Кристи и Стейси Рид. Но позже он признался, что изнасиловал Кристи, прежде чем попытаться убить ее. Его оправданием в этом деле было то, что Кристи была единственным свидетелем, и если бы она выжила, ему пришлось бы сесть в тюрьму. Можно утверждать, что глупым шагом Пауэлла было то, что он думал, что ему сойдет с рук убийства нескольких человек в одном доме, сохранив при этом оружие, которым он это сделал. Пол Уорнер Пауэлл был осужден и приговорен к смертной казни в августе 2000 года. Но подождите, в начале этого видео мы сказали, что Пол Уорнер Пауэлл был казнен в марте 2010 года. Это 10 лет разницы между вынесением приговора и его смертью. Так в чем же была задержка? Первый суд был только началом странного поведения Пауэлла. Как мы уже говорили, он изначально отрицал, что изнасиловал Кристи и Стейси Рид. После серии апелляций адвокатам Пауэлла удалось доказать, что тот факт, что он не насиловал Стейси Рид и не убивал Кристи Рид, означает, что он не соответствует требованиям для вынесения смертного приговора. В основном они утверждали, что поскольку ему не удалось совершить оба преступления в отношении одного и того же человека, это не является убийством, заслуживающим смертной казни. И поэтому казалось, что Пауэлл избежит смертного приговора. И на этом можно было бы закончить нашу историю, если бы не тюремное хобби Пола Уорнера Пауэлла – писать издевательские письма тем, кто был рядом со Стейси Рид. Он начал с письма Лоррейн Рид, в которое вложил фотографию полуобнаженной женщины и написал: «Лоррейн, я хотел спросить, не могли бы вы помочь мне кое-что выяснить? Я нашел эту фотографию в журнале, и женщина на ней похожа на кого-то, кого я знаю или знал раньше, но я не могу вспомнить имя этого человека. Я думаю, вы тоже с ним знакомы, поэтому я хотел спросить, не могли бы вы сказать мне имя человека, на которого похожа женщина с этой фотографии? Чтобы я мог перестать ломать голову, пытаясь вспомнить ее. Если вы общаетесь с человеком, о котором я говорю, пожалуйста, дайте ей мой адрес и скажите, чтобы она написала мне». На фотографии, о которой идет речь, была изображена женщина, похожая на Стейси Рид. Пауэлл также отправил множество писем прокурору Полу Эберту. «Жирный Эберт, как дела, ты жирная башка? Я просто пишу, чтобы сказать тебе, раз ты уж так хочешь убить меня за убийство своей любимой назначь дату суда на 25 октября, чтобы я мог покончить с этим дерьмом и признать себя виновным. Если ты, конечно, не хочешь выпустить меня, чтобы я мог убить остальных и всех остальных в этой грёбаной стране, кто не белый. В том числе и тебя, потому что ты еврей. Я увижу тебя в аду. Твой приятель Пол Пауэлл. П.С. Будь осторожен». Второе письмо Эберту стало его гибелью. Благодаря своему высокомерию и уверенности в том, что он не может быть повторно судим за то же самое преступление, он отправил еще одно такое же, наполненное ненормативной лексикой и угрозами письмо, в котором подробно описал, что на самом деле произошло со Стейси Рид. «Мистер Эберт, поскольку я уже был осужден за убийство первой степени, Верховный суд Вирджинии сказал, что я не могу быть обвинен в убийстве второй степени. Я решил, что расскажу вам всем, что произошло 29 января 1999 года, чтобы показать вам, насколько вы все глупы. Вы все должны знать, что в этой истории есть нечто большее, чем то, что я рассказывал, потому что я планировал убить всю семью». Далее он подробно описывает, как он напал на Стейси Рид, изнасиловал ее и в конце концов убил. В 2010 году Пол Уорнер Пауэлл был приговорен к смертной казни. Под конец жизни он извинился перед Лоррейн Рид и признал, что убийства были бессмысленными. Женщина верила, что он действительно сожалел.
Лоррейн и Кристи Рид присутствовали в день казни Пауэлла. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылка на них есть в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.